Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мазин Холли Плей, первый сервер, мы здесь Кирилл Кутбуль, и напоминаю, чуваки, как только набирается 100 лайков, выходит новая серия. Ну, давайте постараемся набрать 150 лайков, потому что, блин, я, чуваки, заболел. Ради вас, специально для вас снимаю серию новую, поэтому поддержите меня лайками, и чтобы я быстрее выздоровел. Так, снимаешь? Да, чувак, я снимаю. Новая серичка у нас. Не знаю, сегодня собесики поделаем, и я хочу на ВЧ сходить, я давно не ходил, поэтому передай привет серфу Карпов, привет тебе. И Аля Путбуль, привет тебе тоже. И Ярослав Стебаков, привет тебе тоже. Короче, чуваки, мы просрали все теры, да. Теперь все теры тупо у орехов, у солнца нету тер, теперь и у нас. Кто хочет, кстати, к нам прийти, кто реально хочет, то ВК-лидера, заявки на ВК-состав, короче, и Дискорд, все ссылки будут в описании, пацаны, там можете писать лидеру и писать заявки в КАП-состав, кто хочет. И кто хочет Фому, тоже можете ко мне сюда на базу приезжать, я всегда здесь, Мурка тут тоже здесь стоит. Кто хочет, не знаю, можете посмотреть на нее вживую, а не только на видосиках, типа... Можете тоже приезжать, Мурка всегда здесь стоит. И я тоже всегда здесь в основном, поэтому можете приходить. Не знаю, чем я там по металлу, кстати. По-моему, нам дерево надо взять. Короче, подали дерево, чуть возьму на складе. И поедем, наверное, на ВЧ. Я кидал насчет собесов, давайте я еще раз кину. Проходит собеседование в ЧОП Южное. Кину две объявки, короче, и все, можно речь сдать. Да, можно. Давайте пусть он сдаст АНК. Так, все, чуваку повысил, выдал ему второй ранг за то, что АНК сдал, пацаны. У нас такая тема, АНК сдаешь, типа, все, у вас второй ранг. Ну, думаю, всегда это у всех такая хрень, ВПГ. Заявки как состав, повторюсь, в описании есть. И ссылка на ВК-лидера тоже в описании есть. Можете там ему писать. И так далее. А нам нужно дерево взять. Видите, у нас просто 0 тер. Вот. Территория 0. Блять, это пиздец просто. Это просто пиздец. Я реально в шоке. Деньги у нас есть, лям 600, но... Леон, то есть лидер, он вообще деньги не трогает даже. Поэтому, да. Дерево у нас есть. Так, где дерево? Давайте я 10 дерева возьму. Нам нужно, во-первых, фулить этот, как его, общак, потому что, ну, вообще, видите, там пусто. Нужно его зафулить, и потом уже, возможно, будем отбивать территории. Видео плюс... Да, чувак, видео, если что. Так, там какой-то рыжик прибежал или нет? Я просто не вижу. А, там врач тут, что был, он и стоит здесь. Че, мои объявы-то вышли? Да, вышли мои объявы, все нормально. Так, Фому, вот Фому, чувака, кстати, да, Фому я принимаю. Я Фому, кто не знает, обратно сделал. И все хорошо теперь. Извиняюсь, сегодня будут просто обычные буди девятки, пацаны, сходим на ВЧ, попробую. Я вообще, честно, давно оружие даже руки не брал, потому что я не стреляю, серьезно, на девятки вообще не хочу докосячить никак, поэтому я даже оружие себе не делаю. Но попробуем сейчас на ВЧ сходить, но я бин включу, чтобы отыгрывать стрельбу, как бы, поэтому да, передай привет. Я же тебе передавал в начале видео привет, передал. Я тебе передавал привет, если что, поэтому да. Чувак на себе пришел или нет? Юрий Корлеоне какой-то. Юрий Корлеоне, привет тебе. Давайте напишем передал. Передал. Спасибо. Чё, мне 10 тысяч дал, спасибо тебе. Спасибо.
Вообще души просто. Просто души. Спасибо. И начинается драка за машину, короче. Я не знаю, что делать. Давай ему на металл дам. 27 тысяч. На металл. Так, поехали на ВЧ. Сейчас съездим. Наверное, на ВЧ-1 поедем. Хотя давайте, наверное... Хотя ладно, через город поедем. Фиг с ним. Аптечки у меня, по-моему, есть, если я не ошибаюсь. Сейчас поедем на ВЧ, просто попробуем пострелять. Я сразу решу, я хуёво стреляю. Поэтому я надо писать. Ой, ноль и так далее, блин. Если вы там тащеры, ну молодцы, блин. Я больше по машинам, знаете, я охуенно в гонках катаюсь и так далее. Я больше по этой теме, поэтому, да, именно так. Куда чувак, блин, по встречке ездит на десятке, конечно, рискованно. Если бы я 200 летел бы, в него бы облетел, это было бы очень жестко. Чувак, вроде здесь типа бабки заработал. В основном это донат, пацаны. Извиняюсь, если будут шумы, как бы и я заболел, и мой младший брат заболел. Поэтому, да, могут быть шумы, как вы понимаете. Минуточку внимания, хочу поставить вам бизнес своего друга. Его бизнес — это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПХ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто. Поставить азот, чтобы ебать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. Все, мы уже подъезжаем. Я включил только что бин специальный, чтобы отыгрывать стрельбу. Поэтому погнали. Сейчас я не знаю, куда заехать, чтобы перепрыгнуть. Я давно на ВЧ вообще не ходил. Поэтому сейчас буду смотреть, куда можно перелезть. В первую очередь. Ну, наверное, сюда попробуем. Давайте попробуем перелезть. Здесь машину поставлю. Вот так вот. И думаю, будет заебись. Попробую перепрыгнуть. Так, давайте я оружие сразу достану. Так, достал оружие из спины, затем снял с предохранителя. А, у меня оружия что-то нету. Стоп. А, я оружие не делал. Мак и гун. Ехал. 200. Бля, мне надо систему менять. Я в пятницу, короче, буду систему менять, то есть винду полностью менять буду. Поэтому, может, в пятницу даже видосов не будет. Потому что это пиздец. У меня тупо игра сама бывает сворачивается, браузеры сами открываются. Ну, короче, пизда, надо менять систему. Потому что это полная жопа. Сейчас металл купим, сделаем пушку и поедем уже на ВЧ. Постреляемся. Ну, попробуем постреляться хотя бы, да. Так, одного чувака крашнуло вообще, по-моему. Давайте 50 килограмм куплю. Блядь, металл дорогой, пиздец. Просто пиздец. Так, давайте сейчас доедем до ФЧ, я уже там оружие наразделаю. Так, я принял решение, потому что мне в лом бежать на самом деле, блядь, аж до склада, поэтому с парашюта лучше прыгнул. Давайте ми кинул пуху. Сейчас дадим ему патроны, короче. Селгун 14... 51. Стоп. Так, давайте я типа оружие достану сейчас, стоп. Как там бит надо включить, короче, так. Оружие достал. Во, все. Так. Так, кинул пуху. И давайте дадим пуху. Так. И еще ему дадим. 139-й, 51. На тебе пуху. Тоже. Так, давайте я уберу оружие, чтобы меня, блядь, за НРП, типа, не посадили. Все, ебать. Полетели. Так, стоп, мы здесь, надо сюда, в эту сторону лететь. Так, мы уже подлетаем. Сейчас на вышку, наверное, будем приземляться, чтобы нас сразу не захуярили. Мне пока оружие надо достать, вот эта вся хуйня. Да. Конечно, татуировка, блин, на ВЧ ходить такое дело, знаете.
кропотливая. Так, там оно кто-то уже есть. Сейчас глянем. Ну, то ОПГ какой-то тоже. Если орехи, то сейчас будет дикий замес. Так, дисце. Ой, дисце, так. Стол оружия. Погнали. Боевой готовности, давай. Просто мне отыгрывать надо, блять, постоянно все, понимаете, блин. С отыгровкой, блять. Пока отыграю, меня сейчас захуярят, понимаете, в общем проблема. Сейчас возьмут и захуярят. Кирилл, ты где? Да я бегу, вот. Я бегу. Куда ты стреляешь, нахуй? Так. Так, убиваем вояку. Чё ты стреляешь, нахуй, ёбаный рот? Чё, бля, попутали пацаны, ебать? Нахуй, ёбаный рот. Понятно, блядь. Охуенно просто. Ай, кто-то мне тупо в спину слил. Просто замечательно. Ну, я хотел, чтобы пацаны хуево стреляли, поэтому... Это нормально. Но если бы гоночки какие-то, о, это да. Да, меня слили, короче. Да я никуда не иду. Как бы. Главное, что я отыграл все, поэтому мне похую. Так, что делать? Ничего. Ничего. Ничего не делать. Так. Я то вылечился уже, это хорошо. Это заебись. Пацаны, понимаете, когда ты в девятке ходить на ВЧ, это очень сложно, потому что надо каждое движение отыгрывать, и меня это реально бесит просто. Жестко бесит. Ну, блин, я... у меня нету другого выбора. Если хочу ходить на ВЧ, должен все отыгрывать. Достал оружие там. Ну, вы видели, в принципе. Так, я решил на этом не становиться. Давайте попробуем съездить на ВЧ-2. Может, как-то... я не знаю, хотя мы, наверное, туда не залезем. Или, может, залезем. Так, едем до ВЧ, попробуем сейчас залезть туда. Надеюсь, у нас это получится. Так, чувак вот ворот открывает, короче. Попробуем заехать туда. Есть, я заехал, короче, заебись. Просто заебись. Так, я случайно чувака сбил. Давайте забегаем на склад, короче. И заходим сюда. Пробуем сейчас постреляться, так. Нажав на курок, прожал серию выстрелов. Ах ты, сука. Так, иди сюда. На. Иди сюда, нахуй. Ёбки, блядь. Заебали они, нахуй. Они постоянно, сука, ты кулаками бьют, нахуй. Я не могу быстро перелистнуть оружие. Мне надо доиграть, что я его перелистнул, нахуй. Сука, бесит реально. Просто бесит. А что за ИПП жестко варно сразу дают? Ну правильно, в принципе, нахуй, нехуй ездить по полям. Так, тут вояка зашел. Так, беги нахуй. Ебался, видите? Нормально. Как бесит, когда они, сука, тыкаши, долбоебы. Я ж не могу, сука, сейчас оружие брать, понимаете, блядь? Ёбок. Чтоб перелистнуться, я не могу перелистнуться, блядь, сразу на оружие. Надо отыгрывать эту отыгровку, блядь, бесит просто. Реально просто бесит. Блядь, забежало, короче, 5 вояк, один начал меня бить, а другие начали оружие брать. Просто охуенно, блядь. Ай, просто замечательно просто, великолепно, нахуй. Тупо один меня бил, а второй меня с автомата стрелял. Ладно, похуй, я же говорил, я хуёво стреляю, поэтому... все нормально. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.